Друзья, привет! Сейчас я вам покажу, как правильно выбирать кукурузу. Я подсмотрел это на YouTube. Вообще, я считаю, что YouTube — это одна из величайших платформ, обучающих. И самое главное, то, что вас интересует, в общем, что вам нужно найти. Там есть все. То есть, смотрите, вот она, во-первых, она должна быть вот такого как бы бледного цвета. Передает камера или нет? Где у нас больше света? Идем сюда. Да, видно все это. Смотрите, видите, она бледная. То есть она не, если она ярко насыщенная, желтая, это означает, что она либо старая, либо кормовая, поэтому лучше ее не брать. Вот. Во-вторых, то есть видите, я все их разорвал, когда покупал, и видно, что она бледная. Вот. После чего вы берете, открываете ее немножко. Вот, и отламываете, например, там одну штучку. Вот, вы оторвали ее и пробуете. Она должна быть сочная и сладкая. Вот, если вы ее можете есть сырой, это означает, что вы на правильном пути и берете ее. Вот, следующий момент. Вы ее оторвали, чуть-чуть можно, если у вас все четко, все ячейки заполнены, значит, все хорошо, жучок ее не поел. Если жучок здесь выел какую-то часть, то, скорее всего, и дальше там тоже будет много выеденного. То есть, снизу смотреть не обязательно, потому что жучок залазит сверху, и он съедает все здесь. Вот, вот в принципе, вы выбрали кукурузу. Вот, и теперь, как мы ее варим. То есть, листья здесь, видите, немножечко такие посохшие. Вот, мы поэтому сполоснем ее сразу. Ну, там, от пыли, от всякой вот этой чепухи. Вот, вообще можно варить без листьев, но с листьями, как бы, она будет наваристая и более вкуснее. Поэтому листья надо, как бы кто ни говорил, что они грязные и невкусные. С ними будет вкуснее однозначно. Все, немножко вот так сполоснули. И третью. Вот у нас сейчас три, мы сразу их за один раз съедим. Вот. А если, конечно, вы попали, этот не будем бросать какой-то, он совсем грязный. Если вы увидели, что она прям сильно желтая, то можете ее как бы не брать. Она вам не нужна, потому что она будет невкусная. Ну, если просто разве что набить желудок, тогда может быть. Если она недорого стоит. Потому что у нас сейчас в последнее время какая-то эта кукуруза очень дорогая стала, если честно. Так, вот это мы уберем. Тоже тут какие-то штуки. Вот. Берем листья. Видите, какая она красивая? Отломали. Пока так. Волосы нам эти тоже надо. И ложим их туда, на дно. Можешь включать уже. Так, вот тут, видите, она как-то прорастает, какая-то эта дребедень. Отламываем. Есть. Ложим сюда. И берем третью. То есть я этот подсмотрел рецепт у парней, которые выращивали кукурузу и продавали ее на морях. Знаете, носят, продают кукурузу. Горячая вот. Кукуруза. Только мне непонятно, что это такое. Какие-то ростки. Качанчо. Непонятно, видишь? Качанчо. В Болгарии качанчо это говорят. Убираем эти росточки. Что это такое, вообще непонятно. Я первый раз такое вижу. Сейчас мы вообще возьмем нож и это обрежем. Какие-то ростки мне не нравятся. Чтоб потом их не есть. Чик. Чик. Все. И вот тут видишь росточки. Все. Гляньте, какая она вообще прям. Идеальная кукурузка. То есть нам повезло, видишь? В холодную ложим? Да. И пусть варится.
Друзья, в общем, солим. Солим там пару жменек соли, там, ну, в зависимости от того, сколько кому надо. Вот я думаю, там вот столько хватит. Все, раз его туда. Соль отправили. Вот, вода уже теплая. То есть в холодную воду сразу все отправляем. Можно даже попробовать эти листья сверху потом положить. Маловато листья, видите? И все. То есть сейчас вода закипает, даем ей 5 минут и выключаем. Вот. После того, как выключили, даем примерно минут 10-15 настояться ей. И будет очень вкусно. Да я чтоб соль растворилась. Друзья, итак, смотрите, закипело. Закипела кукурузка. Гляньте, какая она красивая. Желтенькая, цвет более насыщенный стал. Все, даем 5 минут и выключаем. 10 минут даем настояться и немножечко остыть. И можно будет уже кушать. Не переключайтесь. Друзья, смотрите, вот наша кукурузка готова уже. 10 минут она постояла. И сейчас мы будем ее пробовать. Пойдем за стол и попробуем. Вот, смотрите, какая она красивая. Красоточка. Погнали за стол. Смотрите, какая. А, слюнки аж текут у меня. Друзья, вот смотрите, наша качанджа готова. Сейчас что мы сделаем? Давайте мы сейчас уберем немножко вот эти волосики. Ой, пахнет невероятно. В квартире стоит невероятный запах, непередаваемый. Я, ну, слышите, какой запах? Это величайший аромат кукурузы. Запах лета, запах моря. Так, есть, все, убрали. Видите, она еще горячая, я ее прям в руках держать не могу. То есть она стояла минут 10-15, настаивалась, горячая. Так, теперь мы берем маслечко. Маслечко — это, конечно, не обязательный ингредиент, но он сумасшедший классный. На пляжике вы так не поедите. Берете маслечко, и пока она горячая, вот таким вот образом, видите, сразу она начинает смазываться. То есть у меня в планах еще есть сделать на гриле. Я не знаю, конечно, какая она по вкусу. Я никогда не ел кукурузу на гриле. Но говорят, очень вкусная. Потому что она отдает дымком. Хотя один из рецептов есть, что, скажите, проваривают ее. То есть вот так проваривают. А потом сейчас уже в таком виде на гриле ее. Вот так вот, ну, промазывают маслом. И на гриль буквально там на какие-то минутки, чтобы только подрумянилось на этих дровишках, на угольках. И тогда оно вообще, ну, то есть... То есть пик наслаждения. Еда вообще — это, ну, одна из самых главных вещей в нашей жизни. Кто бы ни говорил обратное, но для того, чтобы жить, нужна еда и вода. Вот. И самое главное, парадоксально в этом мире, что многие люди до сих пор умирают с голода, а многие люди умирают от переедания. Представьте. Ну не ешь ты много, поделись с тем, кто голодает, да? Так нет же, сам все съем. И теперь немножко сольки. Прям чуть-чуточку. А что это такое? Вот такой, смотрите, вот такой качанджа достойно ресторанной подачи. Ну только чуть-чуть в другой тарелочке, да? Ну что, поехали? Поехали. Друзья, это пик наслаждения. Очень вкусно. Ну, наверное, может быть, надо немного еще проварить. Сейчас Кристинка попробует. Я главный мой дегустатор. Жестко. Жестковато? И сырая на вкус. Очень вкусная, друзья. Невероятно вкусная. А добавь масличко. Друзья, в общем, готовьте, пробуйте, экспериментируйте. Не забудьте подписаться на наш канал. И берегите свое здоровье. До новых встреч.